1 сентября в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» под эгидой национального проекта «Образование» состоялось торжественное открытие первого в Татарстане Центра дополнительного образования ДНК «Дома научной коллаборации» имени Камиля Валиева при Елабужском институте Казанского федерального университета. Безусловно, это заслуга всего коллектива, это результат той работы, тех курсов повышения квалификации, которые в течение долгого времени реализуют преподаватели вуза, результат работы самих преподавателей и студентов. Мы уверены, будем привлекать к данной работе и обучающихся нашего института, и, конечно же, ждем наших учеников университетской школы для того, чтобы давать вам новые знания, потом вы с этими знаниями уже приходили к нам. Работа ДНК планируется по нескольким направлениям. Это занятия детского университета и малой академии, на которых за год пройдут обучение 400 школьников. Ребята освоят шахматную науку, биотехнологии, программирование беспилотной техники, создание дополнительной реальности, основы мехатроники и микроэлектроники, арт-технологии и многое другое. Кроме того, на базе новейшего оборудования центра для школ будут организованы уроки биологии, технологии, информатики, которые синхронизированы со школьными программами. Я очень рада, что у нас в городе открылся такой классный центр. Мне очень понравился кабинет информатики, и я очень рада, что я буду сюда ходить. Вообще его основная такая задача – это подготовить именно наших обучающихся воспитанников для участия в мировых проектах, чтобы они именно в образовательных и научных центрах проявляли все свои возможности. Стоит отметить, что все образовательные программы ДНК для школьников и учителей Татарстана, в том числе выездные и дистанционные, будут бесплатными. Диана Желенкова, Айдар Нурмиев, Универньюз.